Библиотека имени Абая знакомит читателей с произведениями великого казахского поэта, написанными на латинице. Это одно из мероприятий, реализующихся в рамках программы президента «Рухани Жангыру». В этом направлении библиотека ведет активную работу. Как отмечают сотрудники библиотеки имени Абая, в последнее время читатели все больше интересуют книги, изданные в свое время на латинской графике. Сегодня эти издания входят в золотой фонд библиотеки. Среди них особое место, конечно же, занимают произведения Абая Кунанбаева. К примеру, сборник лучших стихов «Тандамалы Улендир Жинаха», опубликованный в 1936 году. На начальных листах книги приводится произведение Абая «Халын елим казахым кайран журтым», которое было написано в 1886 году. Потом следуют за ним произведения «Шохпарда кейхли бархам мыскулак», «Хансонарда буркутшы шығады аңға», «Галым таппай мақтанба», «Жас», «Көкбайға», «Көжекбайға». Далее следуют труды поэта, написанные до 1897 года. Составитель и ответственный редактор книги Рахымжан Жаманкулулы. В этой работе он привел произведения Абая в хронологическое соответствие в зависимости от года их написания. Вторая книга со стихами Абая на латинице была опубликована в 1939 году. Данный сборник вышел в серии школьной библиотеки. Книга состоит из двух частей. Ее составитель и ответственный редактор Эхлас Адамбеков. Первую часть этой книги автор посвятил временам года. Жас хатуры, хыс, күз. В этой части составитель Эхлас Адамбеков привел также переводы Абая, в том числе переводы произведения Лермонтова, который так любил сам писатель. Переход казахского языка на латинскую графику – дальновидное решение, говорят сотрудники библиотеки, с помощью которого есть возможность познакомить с казахской литературой весь мир. Саулия Байгалиева, Мирей Жекоманов, телеканал «Семей».